В Мегионе открыли долгожданный гемодиализный центр. Теперь мегионцам, нуждающимся в очищении крови, не придется ездить на процедуру в Нижневартовск. Услугой нового медцентра также смогут пользоваться жители Лангепаса и Покачей. График работы учреждения составляли с учетом пожеланий пациентов. К их услугам 8 гемодиализных аппаратов, в том числе новейшего поколения. Центр рассчитан на 42 человека. Всем пациентам помощь оказывают бесплатно. Процедура гемодиализа входит в систему обязательного медицинского страхования. Добавлю, в Югре более 500 человек нуждаются в очищении крови. Процедуру они могут пройти в 10 медучреждениях округа. Нас запрашивали, каждый высказывал свое пожелание, а потом уже все это скомпоновали. Неудобнее во вторую. Это получается с часу и 4 часа прибавляйте, ну до 5. Где-то полшестого я свободен уже. То есть и с утра можно какие-то дела сделать. И вечером выйти на улицу. Гемодиафильтрация проводится на пятерке. Это для пациентов, у которых есть отклонения в здоровье, то есть, например, гиперфосфатемия, тяжелая анемия, то есть, когда требуется более мощная очистка, так скажем, крови от средних молекул, мелких, крупных. То есть это немножко уже уходим в медицинскую физику.